Приветствую вас на канале «Все о стиральных машинах и бытовой технике». И сегодня поговорим о том, как почистить сливной насос на стиральной машине, если он засорился. Ну вот, в данном случае не пугайтесь, то есть это у меня машинка перевернута кверху дном, это стиральная машина Индезит старенькая. Сделал это я для того, чтобы более наглядно снять этот ролик. А вообще, достаточно отключить машинку от всех коммуникаций, вытащить порошкоприемник и уложить ее на левый бок. Тогда можно будет с ней безопасно работать. И вообще, ко всем машинкам, у которых отсутствует поддон, да, можно добраться вот до улитки, насоса и все почистить безо всяких проблем. Значит, что нужно сделать? Вот после того, как вы машинку подготовили и увидели насос, необходимо вот здесь, получается, вот она улитка, здесь у нас с этой стороны мусорный фильтр, да, пробка, то есть ее выкручиваете в первую очередь и очищаете от мусора вот это вот пространство все, то есть внутри улитки. Если добраться не можете, то, соответственно, уже снимайте помпу и очищайте улитку до конца. То есть под крестовую отвертку вот такие винты, вот здесь вот они были, да, я их уже выкрутил, убираете, вон, 3 или 4 винта, смотря какая модель. Дальше вы поворачиваете слегка помпу, да, там полоборота, и вытаскиваете. Соответственно, у вас появляется место, да, то есть вы здесь видите уже полностью улитку. Здесь очень много мусора скапливается, особенно вот здесь отверстие, да, для слива. То есть идет вот он дренажный шланг, и вот это отверстие очень часто забивается. То есть его в первую очередь тоже очищаете. Дальше смотрите на крыльчатку помпы. То есть она должна свободно вращаться, но в моем случае, видите, она уже плоховато вращается. То есть, соответственно, ну, свободно относительно, то есть она с небольшой такой натугой, это же магнит все-таки, поэтому как бы с некоторым таким усилием она должна вращаться. Если она болтается вот так вот, крыльчатка, либо вообще вот отломаны вот эти вот лопасти, да, либо на них намотаны волосы, то есть мы волосы очищаем, убираем любую грязь. Если есть какие-то проблемы, то есть не вращается или лопасти отломаны, тогда мы помпу меняем. То есть можно, конечно, попробовать приклеить новую крыльчатку, но это определенный геморрой, поэтому как бы если вы опытом определенным не обладаете, проще пойти в магазин купить новую запчасть. Значит, ну и в общем-то все, то есть на этом чистка завершается, тут грязь нигде особо осесть не может, внутрь помпы лезть не рекомендую, если речь идет только о грязи, да, потому что можно навредить механизму. Поэтому сосредоточьтесь на очистке, значит, улитки, сливного вот этого отверстия, которое идет на дренажный шланг, самого мусорного фильтра. Ну, еще можно посмотреть вот здесь, снять хомут. Это получается патрубок идет от бака на улитку и дальше в слив. Его тоже можно посмотреть, он нередко забивается, хотя он более толстый. И если там засор оседает, то он, наверное, уже такой прям серьезный. Раз грязь даже не доходит до улитки. Поэтому смотрите, пробуйте. Если какие-то проблемы появятся, пишите комментарии, мы обязательно вам подскажем. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео и удачи вам!